Это гайд на дуэлянта для новичков. Дуэлянт это престиж класса, чтобы его взять. У вас должно быть. Подвижность 2, уклонение, искусное владение оружием, подвижность в бою. И базовый модификатор атаки 6. Самое главное это базовый модификатор атаки. Вы не можете начать прогрессию дуэлянта раньше 7 уровня. Прогрессия базового модификатора атаки дуэлянта 10 из 10, прогрессия спас бросков, выносливость 3, рефлексы 5, воля 3. На первом уровне дуэлянта вы получаете осмотрительную защиту. Если на вас легкая броня или ее нет, у вас нет щита, вы используете оружие ближнего боя, вы добавляете свой модификатор интеллекта к защите. Плюс один за каждый уровень дуэлянта. Если вас застали врасплох или вы теряете модификатор агилы к защите, например, вас ослепили или парализовали, вы теряете этот бонус защиты. Очевидно, что выгодно делать дуэлянта с высоким интеллектом, например, Магус Святой Мечник или Вивисектор. У Магуса Святого Мечника есть точно такая же способность. Если он держит в руках избранное оружие, на нем легкая броня или ее нет, в руках нет щита, он тоже добавляет свой модификатор интеллекта к защите. Плюс один за каждый уровень. То есть, если у вас 10 уровней Магу со святого Мечника и 10 уровней дуэлянта, суммарный интеллект 30 и модификатор интеллекта 10, вы получаете плюс 20 брони только за модификатор интеллекта. Эта броня идет и как первый тип защиты против любых атак и также идет против атак касанием. Если ваши враги призраки или разведчики дикой охоты, которые бьют с кимитаром атакой касанием или используют кристаллы, которые атакуют касанием, у воинов возникают проблемы, а дуэлянт святой мечник чувствует себя превосходно, если, конечно, по нему не пройдет атака взором и он не будет парализован или ослеплен кристаллом. Прицельный удар вы добавляете плюс один урон оружию за каждый уровень дуэлянта. Учтите, этот урон должен должен быть обязательно колющим. Если оружие рубящее, режущее, дробящее, бонусного урона не будет. Он не плюсуется к базовому урону оружия и идет отдельно. И как вы видите, может очень хорошо срезаться вражеским вычетом урона. Улучшенная инициатива. На втором уровне вы получаете плюс 2 к инициативе. На восьмом уровне плюс 4 инициативы. Парирование. Вы можете отказаться от одной атаки за ход, чтобы спарировать одну атаку по вам или по вашему союзнику. Чтобы спарировать атаку, ваша точность атаки плюс рандом идет против вражеской точности плюс рандом. По дуалянту невозможно попасть, а Обычной атакой можно только критом. Всегда будет вражеский рандом 20 плюс точность атаки. То есть максимальная вражеская точность против вашей атаки обычного рандома от 1 до 20. Первый пример вражеская точность 17 плюс 20 против вашей 20 плюс рандом 6. Второй пример. Опять вражеская точность 17 плюс 20 против вашей 18 плюс рандом 1. Также из вашей точности будут вычитаться все защитные стойки. Третий пример вражеская точность 13 плюс опять же крит 20 против вашей точности 18 плюс рандом 12. Я убрал бафы из трех некритовых атак дуэлянт не спарировал ни одной. Одна из причин, чтобы попасть по ней, все равно рандом должен быть больше 15 плюс модификатор атаки врага. У дуэлянта точность ниже частично из-за защитных стоек. Так что у нас есть дуэлянт, который не может парировать атаки. Улучшенная подвижность. Если на дуэлянте легкая броня или ее нет, вы получаете плюс 4 брони против неочередных атак при выходе из боя. Боевые рефлексы вы можете совершать в неочередные атаки в количестве равном вашему модификатору Агилы. Без этой способности может быть только одна внеочередная атака за раунд. Ответный удар вы можете совершить в неочередную атаку по врагу, чью атаку дуэлянт парировал. Первая проблема – по дуэлянту невозможно попасть. Вторая проблема – он должен всегда парировать крит, поэтому ему часто не будет хватать точности для парирования. Акробатическое перемещение. Труднопреодолимая местность не замедляет перемещение дуэлянта. В некоторых ситуациях все равно понадобится проверка. Крылья Азимара тоже дают возможность передвигаться по труднопреодолимой местности без штрафов. Тщательная оборона. Дуэлянт получает плюс 1 брони за каждые 3 уровня дуэлянта. Отбивание стрел. Дуэлянт получает способность отбивания стрел. Охуительная способность на 16 уровне игры. Главное вовремя. Хотя против лучников дикой охоты может пригодиться, но с другой стороны на 16 уровне они не попадают по дуэлянту даже на нечестном режиме. Грация, бонус мастерства плюс 2 к спасброскам реакции. Не уйдете, противники, пытающиеся уйти, провоцируют по себе атаки дуэлянта. Критическое увечье, если вы критуете по врагу колющим, одноручным или легким оружием вы можете наложить на врага один из эффектов эффекты у дуэлянта работают как модальные способности вы можете сами выбирать уменьшить скорость передвижения вдвое у вора есть такая рана на четвертом уровне нанести урон 1 до 4 силе или 1 до 4 агиле. подозреваю что здесь ошибка описания потому что на самом деле урон характеристикам 2d4 например 8 урона 4 урона 5 урона 6 урона. Наложить штраф на минус 4 брони или на минус 4 к спас броскам на 1 минуту. На панели игрока написано штраф минус 1 к защите и штраф минус 1 к спас броскам на 1 минуту. На практике видим минус 4 критическая увечья защита. Проблема в том, что у дуэлянта эта способность минимум на 17 уровне, а у вора на 4. А на 16 уровне вора будет минус 8 брони для себя и минус 6 для тиммейтов. Вызвать кровотечение 2D6. Первый вариант билда немного уебанский через интеллект и харизму. Раса Азимар, Магус, Святой Мечник. Наследие, пламенеющий кровь Азата. У Азимаров нет комбинации Агила и Интеллекта, но есть комбинация Интеллект и Харизма. Наемнику не хватает очков характеристик, поэтому выгоднее делать мейна. Сила 8, билд через Агилу без доспеха и щита, поэтому 8 хватит. Агила 16, билд я хочу довести до идиотизма. Дуэлянт не особо дамажащий класс, зато очень бронированный. Поэтому низкая точность это нормально. Выносливость 12, интеллект 18, он дает двум классам броню. Поэтому мы его будем качать до 22. Чтобы надеть шляпу леча из магической тюрьмы и получить интеллект 30 и модификатор интеллекта 10. Мудрость 10, харизма 16 для одного уровня монаха чешуйчатого кулака. Способности. Искусное владение оружием. И поскольку мы делаем дуэлянта, конечно же в качестве избранного оружия берем рапиру как истинный мушкетер заклинания магу святой мечник может изучать заклинания из свитков поэтому у вас будут все заклинания берем щиток плюс 4 брони на 1 минуту за уровень поспешное отступление плюс 30 скорости передвижения на 1 минуту за уровень и невидимость мировоззрение законопослушно-доброе законопослушная для монаха в игре есть рубашка на броню для законопослушно-доброго монаха на втором уровне берем монаха чешуйчатого кулака Навык нам нужно плюс 2 подвижности. Способность монаха уклонения еще одно условие для класса дуэлянт. На третьем уровне опять магус. Способность подвижность в бою. Еще одно условие дуэлянта. На восьмом уровне у вас будет один уровень монаха и семь уровней магуса. Способности. Искусное владение оружием. Подвижность в бою. Стиль журавля. Крыло журавля, способности магуса, мистическая точность, долговременный клинок. На пятом уровне магуса черта демонстрация силы. Дальше начинаем качать дуэлянта. На девятом уровне берем пролом защиты, крылья. Улучшенный критический удар, боевая сноровка, на самом деле ее уже нет смысла брать. Критическая точность, можно взять бой вслепую, чтобы не страдать против дикой охоты и не кастовать свобода передвижения. Даже при 28 единицах интеллекта очень мало заклинаний. У мейна будет 30 интеллекта. Первый круг 6 заклинаний, почти весь идет под щитки. Второй круг 4 заклинания, все идет под зеркальное отражение. Третий круг 2 заклинания Марева. Книжка ужасная. В престиж классе Дуэлянт я ничего особенного не вижу. Да, он очень хорошо сочетается с Магусом Святым Мечником, потому что оба класса получают бонус брони от интеллекта но много брони может быть и у других архетипов зачем вам брони на два порядка больше чем способны пробить враги а криты все равно попадают по вам Вторая проблема. У Магуса очень мало заклинаний и они очень низкого уровня. Например, нет высшей невидимости. 10 уровней Магуса ради щитка и зеркальных отражений. Запор это прогрессия усилений оружия и не будет бронебойной атаки. По-моему, чистый Магус намного интересней. Например, Рагангар. Да, это круто, что дуэлянт может выхуящивать критами характеристики, но вам нужен минимум 17 уровень для этого. У Магуса на видео нет 10 уровней дуэлянта. Вор, Вивисектор и убийца уже на 10 уровне могут сушить вражескую силу по 2 единицы за удар, и они это делают каждой скрытой атакой и парным оружием. Плюс у этих классов на порядок больше урона. Плюс у вора на 4 уровне есть раны, которые у дуэлянта появляются только после 16. У вора на 16 уровне уже максимально эффективные раны. Он может применять одновременно 2 раны и выбивать вражескую силу каждой атакой. Защита от атак касанием 72. Вполне нормальная защита против 22 единиц точности дикой охоты на нечестном режиме. Обычная броня 87. Это наемник. У Мейна было бы 90. Возникает только один вопрос. Нахуя вам столько брони, если даже на нечестном режиме у врагов точность меньше 45? Зачем нужна броня на несколько порядков больше, чем враги способны пробить? И еще один нюанс. Если дуэлянта парализуют или ослепят, ему пиздец приходит сразу же от его охуительной брони ничего не остается и еще в начале боя особо не выебуйтесь потому что если провалить инициативу у вас во время первого хода брони 0 и по вам попадают все Второй вариант билда, как по мне, более адекватный. Раса Азимар. Монах, чешуйчатый кулак. Наследие, поцелованный музой, кровь Азата, бонус ловкости и харизмы. Характеристики. Та же проблема. Наемнику не хватает очков характеристик, поэтому лучше делать мейна. Сила 8. Агила 18. Ее мы будем качать. Выносливость 12. Интеллект 14. Мудрость 10. Харизма 16. Навык подвижность. Способность искусное владение оружием черта монаха уклонения нужна для дуэлянта. Мировоззрение обязательно законопослушно доброе. Второй уровень. Начинаем новую эпоху манчкинизма и берем паладина, ведь до этого никто не брал два уровня паладина для спасбросков. Паладин божественный страж, он последний в списке. Третий уровень. Еще раз божественный страж. Способность подвижность в бою. Для дуэлянта. Теперь у нас есть священная клятва. Божественная милость. Вы добавляете модификатор харизмы к спас броскам. Сейчас это плюс 3. Когда появится корона будет плюс 6. Четвертый уровень. Еще один уровень божественного стража. Обычно берут два уровня, но я увлекся. Очко кидаем в агилу, избавление от утомления. Божественный телохранитель. Вы можете дать подзащитному плюс 4 брони. Возможно, это баг, но божественный страж может поклясться защищать самого себя и дать самому себе плюс 4 брони. По-моему, круто, плюс 4 брони за один уровень паладина, тем более, что два уровня мы все равно уже взяли. Вы видели, сколько брони будет у дуэлянта, поэтому в начале игры клятву можно кастовать на себя, а в будущем на кого-то из тиммейтов. Например, на священника Харима или на Валерии. Отважная оборона. У паладина нет ауры храбрости, но у самого паладина иммунитет к страху. Божественное здоровье. Паладин невосприимчив ко всяким болезням, самое главное к фараоновой чуме, потому что без иммунитета против этой чумы игру не пройти. Пятый уровень. Воин, защитник Алдори. Поскольку мы делаем дуэлянта, конечно же, в качестве уверенного владения оружием выберем дуэльный меч. Дуэлянт, дуэльный меч. Способность, демонстрация силы. На шестом уровне я хотел выебнуться и взять один уровень престиж класса Владыка Мечей Алдори и на предыдущих уровнях взял все способности для того, чтобы открыть данный престиж класс. Вы получаете способность ловкий удар. Любой Дуэльный меч становится для вас гибким и добавляет модификатора агилы на урон, а не силы. У нас один уровень дуэлянта и дуэльный меч в руках. Как вы видите, бонусного урона дуэлянта нет, потому что бонусный урон идет только от колющего оружия, а дуэльный меч режущий. Мы можем взять способность, дуэльное мастерство Алдории. Теперь дуэлянт с дуэльным мечом в руках получает плюс 2 защиты щитом. Это означает, что данная броня не будет работать с заклинанием волшебный щит, если вы взяли уровень Магуса или Алхимика Вивисек. Также наши атаки дуэльным мечом могут считаться колющими. Все равно написано, что урон режущий, но теперь бонус урона дуэлянта есть. Но проблема в том, что очень мало очков способностей. Поэтому я решил не выебываться и взять еще один уровень защитника Алдори и способность рассекающая грация дуэльный меч. Теперь все дуэльные мечи считаются гибкими и урон у них может считаться колющим. И еще мы получаем плюс один к спас-броскам воли против ужаса. Хотя у нас уже есть иммунитет к страху. Кстати, можно вообще вообще не выебываться и взять рапиру. В начале игры вы найдете несколько гибких рапир и урон у них колющий, поэтому не придется брать рассекающую грацию. Мы специально брали все классы с максимальным базовым модификатором атаки, чтобы максимально рано начать прогрессию дуэлянта. Раскачка. Искусное владение оружием. Подвижность в бою, уверенное владение оружием дуэльный меч, Пролом защиты, улучшенный критический удар дуэльный меч, крылья, стиль журавля, крыло журавля. На шестнадцатом уровне у нас закончена прогрессия дуэлянта, можно взять один уровень вивисектора. Чего тебе надо? Справедливости и законности. Брони меньше чем у Магуса через интеллект, ну и хуй с ней, но зато больше точности, потому что мы качаем агилу, а не интеллект. И плюс у нас все классы с максимальным базовым модификатором точности. Плюс хорошие спас броски благодаря двум уровням паладина и еще есть метка справедливости против одного врага. И еще можно давать плюс 4 брони союзнику. И самое главное, мы докачали дуэлянта на 16 уровне. На форумах пишут, что обычный бард хуйня, а вот бард громовержец круто. У громовердца нет пугающей песни, а у обычного барда есть. И ему абсолютно похуй, кто против него. Тролли, совухи, дикая охота, он просто открывает рот... И все враги потрясены. Эта песня появляется на восьмом уровне. Соответственно, способность пролом защиты нужно брать на демедж дилера как раз под восьмой уровень. Даже если ваш пугатель не может пробить демонстрации силы вражеские спас-броски, пугающая песня может. Это важно против дикой охоты, особенно на нечестном уровне сложности. Песня отваги дает бонус точности и урона, но если учесть, что у врагов статы завышены, особенно агила, например, может быть 30, соответственно, плюс 10 брони за модификацию. Модификатор агилы. Пролом защиты, который убирает этот модификатор, дает намного больше точности. Это фрагмент из фильма «Джек. Покоритель великанов». Люди не читают предыдущие комментарии, поэтому задают одни и те же вопросы по 10 раз. Еще мне сто раз писали, что на убийцу можно брать способность на парное оружие, даже если характеристики убийцы не соответствуют. На стриме Савокотов они говорили, что не хватает агилы для способностей на парное оружие и нужны будут предметы на агилу. Я решил, что им виднее. Хотя рейнджер может брать черты на парное оружие, даже если его характеристики не соответствуют. Так что во всем виноваты совокоты. Действительно, даже если у палача Агила 10 на уровнях с талантами палача можно взять способности на парное оружие. Я не смотрел, будут ли работать способности на бой парным оружием, если играть через силу, потому что нормальный человек не будет играть вечно умирающим билдом. Напишите мне еще сто раз, что на убийцу можно брать таланты на бой парным оружием. В игре есть основополагающие предметы, которые вы будете точно использовать, например, пояса с бонусами к характеристикам или тиары с бонусом к ментальным характеристикам. Наручи для снайпера. По описанию они дают бонус мастерства плюс 2 к точности и плюс 1 к урону. На практике бонус плюс 1 к урону есть, но бонуса плюс 2 точности нет. Уже скоро год пройдет с момента выхода игры. Неужели за все это время никто этого не замечал? Можно сделать персонажа, у которого 80 брони, по нему невозможно попасть, и 40 точности, он может попадать по дикой охоте даже на нечестном режиме без пролома защиты. Может пора сделать уровень сложности еще выше, чем нечестный режим.